Вести Дагестан. Кезич аван хейрар, хюрметло юлдашар. Дагустан ден радио ден визге редакцияде вичен куалах башламиш сева. Чи программа эре? Кава, Махачкалада, Вишниват, Ругут, Дербенда, Вишни, Кут, Кыт, Хасавюрта, Виш, Сад, Эфемда, Ябакалис, Жеда. Микрофон дек, редактор Наира Рамазанова гала, режиссер ден пульте Зайнаб Вахабова. Эхеримчи хабарар гузвачна. Дагустан ден кыйыл Владимир Васильеван, Варасейден Федерация ден экономика велик тхудай министр ден садлагай заместитель Михаил Бабичен руководство декуаз, Дагустан социальнего экономика ден рэк авелик тхонен месаларист халук совещание тхуана. Федеральное ведомство датан ва мухман артебрикаван алды, Владимир Васильева республика дет кюмек аргунай чосоголлахана. Адавич гюрюшмиш веленя тижада, республика ден экономика велик тхоз кюмек гудай карарар абулдайдах омудлутер делахана. Вичин нобатта Михаил Бабича республика дезатаак айыкан каня делегация ден векилри, регион ден кэлен месалайар чирда, васаджерге цигзавай бектрис келегді. Ада кэйднахи, республикада авай мундатта, абры регион ден дипден месалайар чирын патал шахерин район рин руководителрых галаз, карханарин руководителрых галаз жазма онгзав гюрюшмиш велер тхода, вакефер патан Кавказ велик тхудай, госпрограмма ден милли проектны сэрхатра, Дагустан ден интерес архуин патал вири куватары цигда. Дагустан ден премьер-министр Артем Сдунова, республика ден экономика ден халарикай, социальный объект рецегунен халдикай, велика куазнавай халнак онзва месаларика эхтилатна. Адахагни образование ден хлява месалаяр халунен карда кюмек гунт алабна. Элдикачурта сакадар школа яр кюхнехен ваде, абурка примонта унак онзва ваде, республика ден канин кузне аял репут смена дек элза ваде, детца дар бестежез ваде лагана совещание дахаг республика ден маса министерства рен галерине ищеракна. Дагустан ден кыйыл Владимир Васильев, Россиядин Федерациядин экономика велик тхудай министр ден заместитель Михаил Бабичевах каласанал, военный городок тескелегна. Логон лазимия ина Астраханда атануа Каспийский флотилиядин коллух чиар паталгызав инсанар ешамиши дау удкола цигнава, санла качурла и колера вадвешня канне межит квартира. Ава и объектар ишлемеши звахкон пағзурня кадлаха есан июль-август варцара калурнава. Проект лап Ксандия, квартира Ярвири, мебель ралды тюкырнава, техника талды таминарнава, Лугузва, ФКП один генеральный директор Мехамед Хандаева. Дагустан республика дез Атония Сергеатра, Россия ден федерация ден экономика велик тхудай министр ден заместитель Михаил Бабич, Махачкала ден хюлюн Алишверишчен партонизни келигна, ина ампартонин куалахтек, порт мадни велик тхун патал гележек ден планрах галастанишхана, ахпа мухманар нефтебаза дезатана, партонин руководитель ден гафаралды нефтебаза девичен вирю куватар тирвол куалахсавач, ина алкаид нахи, и зона де Каспи хюлюн Эрихан Вайчка Деринарун Лазимье, Идыгзав парар кабылда мүмкен валгода. Малым хайвал, Россиядин Федерациядин экономика велик тхудай министерства дех республикада атен экономический зона тешкелуниц кюмек гудай ниятар. Ава. Россельхозцентр ФГБУ ден Дагустан республикада авай филиал де Томарин Вацанвай Челера Акачнавай Кацарин Ери Ахтар Мишунинва Абрус Кметкуни Серенжемарк Эле Тхуанак Алтарнава. Хабар гузва идара ден пресс коллугде, санла качурла филиал ден коллуг чери, республика ден ципуд районда ава каннец увадмайша тэцан вайчилерин халахтар мишна. Абрунарада Кызляр, Нагай, Хасавюрт, Бабаюрт, Казильюрт, Дербент, Каякент, Буйнакский, Казбек, Сулейман Стальский, Гуниб, Сергакала, Кайтах районарова, хабар гузва маалуматта. Россельхозцентра ди хар есус тахминан цусадалзур гектар чилера цанвай кыл, мух, вапрунс акэрзавай жюре, ва и культуры рин тумарин ири лайих лудиета, абручпен сортарин истемишен рис, джаваб гузвата ахтар мишсава. Чехи советрин илкеда, дигиш вилер физва девира, жюребе жюрет орар аластишкилай ва чапта акатай лизги холден милли газет, дах верин яшайиштен юрюхнен жанлу такатхана. Лизги газеттин юбилей, газета катез виши исчезва, имли шанлу юбилея, и девирда газетти махлук аттек ватан перес вилин, исляг вилин, аслу тушир вилин рюх кутуна, велик ахуазнава мақсат қелеза кудуниз майил вална, харса кар,
Зарбачи велялдик или заходунез вергускана. Цие эти гунрал харса кажелбна. Не тиже де загмета, а гал онар казамишна. Инсан рин савадлу алхкажна. Джемеатин халахвал ксанарна. Улке хюндюр дережедис хкажна. Газетте эвелдар илктур бурважи бла меселеяр, ала вахтонда не баркала ала салонда ва марзава. Харса ватандашчиз үзкэдин тарихтен харса йохчирхон лазимия. Газетен коллектив де общества да марифатлу вилен ватан перес вилен савадлу вилене медиане вилен и вирартисти арзава. Ам инсандрин кана жахловал жавабдар валхкажи савалатханва. Чал хонез велик тхонез хелен фикир гузва. Тарихтен меселеяр куатон чапта кодон кялзава брон катаревага аронва джибло меселея. И меселеяр халони газетен хелен редактор Мехамед Ибрахимов хелеаваз, баджарахлы журналист артир Мердали Джалилова, Нариман Ибрахимова, Дайр Бейбалаева, Кроглы Фирзалиева, Муса Ахмедова, Вамаса Юлдашири Кепай Кутазва. Койчелизге газетен коллективдех, чпих элиза кодзава ваджиблук Аллахта, циит ии агалконар хурай. Ярослав Шехерден мэрден заместитель Вячеслав Гаврилов, Вичин Хзан Нигалаз имкэтлахай сеферде, Сулейман Стальский район дизмахмахана, сифте сефер аменез ват естидала великатанай, и деверда Вячеслава, район ден ахали рэхгалаз дуствилин Аллахаяр тайнарна, тебе атин гюзел чкай рэхгалаз танишхана, ихлера ам район ден веридала нерга авак пекрин хуре, ахпани кпул ятар санаторий дахана. Вячеслав Гаврилов Галасхай Гюрюшмиш Великай, Чик Олахтин Юлдаш, КТВ-1 директор Ахмед Хусейнован, репортаж да. Дорогие шаири, писатели, Лузавол, чи район, чи Дагусто, Лап, Виридалани, Гучек, Пиперика, Сади Лагата, Чу, Галоджидач, Учизлата, Чу, Ксон, Булахар, Ксон, Тамар, Ксон, Чуллер, Баглар, Даглар, Яни, и чи Дагусто, Сападаха, Хюнну, Хаила, Дагусто, Дих, Русатни, Халкари, Йолзу. Урсати Гзов регионра Инисквезва Йолдегез. Вячеслав Игоревич, что вам понравилось в Сулейманстальском районе? Конечно, Дагестан очень самобытен, очень колоритен. Он сам многонациональный. Я в Дагестане уже в третий раз. Первый раз был школьником, потом был 5 лет назад. А сегодня уже специально приехал сюда вместе с семьей на машине. Провожу свой отпуск, но мне приятно, что глава района Нариман Шабсудинович сделал предложение часть времени посвятить именно району, знакомству с ним, оказал помощь, потому что, конечно, без тех людей, кто живет здесь, самому все узнать, увидеть было бы очень трудно. В частности, вот эту ночь мы провели в одном из горных сел, леса красивые. Само село древнее, очень инициативный глава сельсовета. Провели время вот на горной реке, поучаствовали даже в рыбалке. Очень, вот для меня, просто скажу честно, впервые я видел ловлю рыбы руками. Это было очень познавательно. Сейчас здесь, в Кусумкенте, вот посетили Пул-Итар, санаторий. Один из немногих радоновых источников таких российских. Люди едут сюда с разных мест специально. Вот. А так очень гостеприимные люди, со многими познакомились. Отметил бы еще обязательно очень сильное руководство района. Нариман Шабсудинович, мы с ним и 5 лет назад так на коротке познакомились. Сегодня подробно пообщались. Лаци Сабединович, его первый заместитель, советник главы Савин Мирзоевич, ну и другие коллеги. Такой работоспособный коллектив, именно команда. Вот команда единомышленников работают уже не первый год, видны изменения. И самое главное, они постоянно живут планами, что сделать в районах. Поэтому я тоже хочу пожелать успехов им в руководстве района дальнейшего. Самые смелые планы, чтобы обязательно сбывались. Чувствовали поддержку республиканского руководства, главы республики. Это очень важно. Очень много общего, общая история у нас. Ну и страна у нас одна, так что будем дружить, будем общаться, приезжать в гости. В России много уголков, которые достойны того, чтобы мы знали друг о друге. Я надеюсь, что вернусь еще и не раз в Дагестан. По крайней мере, когда такая возможность предоставится, я приеду.